Учительница английского и учитель физкультуры. В старом фильме про советскую школу отношения между ними как-то не сложились. Но судьба всегда дает новый шанс, и в российской школе, а если совсем точно, школе города Кириллово Вологодской области, с этого учебного года начнет работать семейная пара англичанки и физрука, как их наверняка будут звать ученики. Марии и Дмитрия Болдина, участников областной программы «Земский учитель». Программы, которая помогла Маше Болдиной привести мужа Диму на свою малую родину. В общем, ребята сами расскажут вам историю о том, как у них получилась эта игра с судьбой.